Всем здорово, друзья, и добро пожаловать на отбор второго сезона с подписчиками. Сначала коротко о сезоне. 15 числа состоится старт классиков. Это официальные сервера с рейтами X5. Кап трайба 25 человек. Застройка в пещерах отключена, и также весь стек тоже отключен. На кластере будут доступны только следующие карты. Island, Scorch, Raga, Lost, Volga и Cender. Далее, как попасть в трайб и вообще куда нужно писать. Абсолютно вся активность будет проводиться в моем дискорд канале, ссылка если что в описании. Там вы находите раздел набор в трайб, далее запрос и пишите вот по этому примеру. Имя, ник, возраст, часы в игре и в чем вы хороши и чем вы любите заниматься в игре. Теперь требования. Опыт игры как минимум 2000 часов. Возраст 18+, но могут быть исключения, поэтому пишем как есть. Например, вам 16 или 17, но у вас хороший опыт игры и хороший онлайн. Такие анкеты мы тоже рассматриваем. Далее микрофон. Конечно же, must have. Теперь особенно важный момент — привязка вашего стима в дискорде. Это подтвердит, сколько у вас часов в игре, а также мы узнаем, с кем мы имеем дело. Кстати, альт-аккаунты, либо другими словами, не основные, альтернативные аккаунты мы не рассматриваем. И последний пункт — это, конечно же, адекватность. Если вы неадекватны, выключайте это видео, пожалуйста. Далее, про сам набор. Поскольку большое количество людей уже пишут нам о желании вступить в трайб, мы решили, что будем набирать два состава по 25 игроков. И люди, попавшие в первый или второй трайб, получат специальные роли на канале, которые открывают доступ к чатам и войс-чатам трайба. Для каждого из трайбов есть отдельные чаты и войсы, а также один совместный. Оба состава будут развиваться на одной карте. А еще как в первом, так и во втором трайбе есть проверенные трайб-лидеры и админы. А, и кстати, игроки, которые хорошо себя проявят в этом сезоне, смогут попасть в состав доверенных людей, которые в дальнейшем будут приглашаться на различные выживания со мной. А еще у них будет золотой билет на следующий сезон с подписчиками. Кстати, таких людей в этом сезоне штук 5 как минимум. Ну что ж, основные моменты я рассказал. Если у вас есть какие-либо вопросы, можете их написать в комменты под этим видосом, либо же в моем дискорде. Всем желаю удачи и с наступающим новым годом.